Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер. Сегодня я приехал в гости к Виталику Игнатюку. В общем, он тут такое лесное хозяйство настроил, ребята, я вам сегодня все покажу. В общем, вкратце, давайте сейчас первым делом, куда мы идем. Виталик, куда мы идем сейчас? Сейчас мы идем, направляемся в грибницу, где я там сделал. У нас есть вешенки, мы сейчас нарежем, я тебе покажу. То есть ты сам построил и сам выращиваешь грибы? Да, да, и они спустя месяц там выросли такие вот пучки классные. Мы уже заберем, так как уже мороз, холодно, и они уже не будут расти. И я вчера там замочил уточки, у меня есть. И мы потом в казане приготовим вешенки с уточкой. Так как я тебя пригласил, хоть, и мы сейчас направляемся в лагерь, где мы выловим рыбу неводом, я спускаю в пруд, чтобы браконьеры не выловили, и потом пойдем. В общем, ребята, Виталик, кстати, кто не в курсе, может, у него там типа свой лесной участок он оборудовал и выкопал пруд, запустил туда рыбу, и хейтеры, подписчики, такие, ну, плохие подписчики, нашли это место, там начали портить его избу, я вам потом все это, ребята, покажу, и Виталик боится, что вот они, короче, там какими-то электроудочками или что выбьют всю рыбу, и поэтому будем спускать став, да? Ну да, я спускаю, я вчера спускал, и я смотрю, что это долго, потому я тебя позвал, мне нужна твоя помощь, чтобы потом неводом затянуть и выловить эту рыбу всю. Смотрите, ребята, какой вокруг красивейший лес. Прям вообще бомба. Осенний лес, это, конечно, супер. Друзья, сейчас крипта опять взлетела вверх, как в 2017 году. Впервые за 3 года случилось такое, что биткоин стоит свыше 19 тысяч долларов. Эксперты компании Avalon объясняют это нестабильной пандемией. Как хорошо, что эта инвестиционная компания успела купить биткоин по 9 тысяч долларов, и с продажи они заработали в 2 раза больше, чем вложили. Также компания Avalon делится прибылью со своими инвесторами. Уже более 5 лет они на рынке криптовалют и современных технологий. Вместе с ними уже 280 тысяч инвесторов по всему миру. Создавая свой пассивный доход, став одним из множества инвесторов компании Avalon, которые зарабатывают 1,3% в сутки. Для этого нужно всего лишь зарегистрироваться, это займет вас не больше 1 минуты, ну и пополнить свой депозит. Проходи по ссылке в описании и регистрируйся, это займет не больше 1 минуты. А вот, ребята, Виталик и грибница. Это сюда и заходи, да, Виталик? Да. Все, вот так. Открываем. О, да ты что там? Больше выросли. Да, я в грибах, конечно, не спец. Я только знаю белый гриб и шампиньоны. Точно их можно кушать? Ну да, это вешенка, это готовые блоки, где я заказал. И они съедобные. Можно так выращивать, а есть и в дикой природе они растут, я встречал. Я понял. Я просто, чтобы такие грибы, если бы в лесу увидел, я бы, наверное, побоялся бы их есть. Ну да, я сам. Я просто не эксперт в грибах. Я встречал их в дикой природе, но я не брал. А эти мешки ты сам наполнял чем-то или? Не, я уже купил готовые, так как там оно сено, ее варят, знаешь, чем-то, а потом добавляют мицелий, вот эту грибвешенку. Это за месяц так выросли, да, получается? Да. Круто. А ты уже обрывал, много было грибов? Ну да, я не раз уже готовил. А что, как их отламывать или срезать ножом надо? Ну, срезать, я думаю. Кстати, вот эти мелкие также чуть-чуть пошли. Хоть я думал, уже знаешь, мороз, и что они уже не будут. Не, ну мороз, ну тут теплее внутри все равно. Сейчас еще таких, знаешь, сильных морозов не было. Самая низкая температура, привыкли, минус 3 вроде они было. Они привыкли уже, да. Я думаю, сейчас мы срежем пару пучков и пойдем. Отправляемся, ребята, в Игнатюка лесной лагерь. Нарезали грибов, смотрите, целый кулек вышел, хотя там еще много осталось, но сколько нам, в принципе, их надо. В общем, сейчас идем в лесной лагерь, я вам покажу, что там хейтеры написали Виталику на избе. Все, ребята, подходим уже к лесному лагерю, много видел, короче, его на видео, интересно, вживую здесь еще не был, был в другом пока месте. Пока не разобрали. Да, это изба, где была в другом месте, в общем, вот, собственно, изба, вот пруд. Я так понимаю, Виталик, тут полно воды было, да? Ну да, вот уже сколько... Вот этот шум, что это шумит, это помпа выкачивает, да? Да, 2 помпы. Сейчас мы, ребята, потом сходим туда, я вам покажу, короче, там. Так за сколько это столько воды выкачало? Ну, вчера качало где-то день. Там я прокопал, но еще за ночь немножко стянуло. И только что я пошел, вот, включил эти 2 помпы. Пускай еще качает до обеда. И будем потом затягивать неводом. В общем, ребята, давайте краткая экскурсия по избе, что тут вандалы нашли. А что ты видео в интернете видел, как сюда приходили просто хейтеры? Ну да, всякие дебилы лазят, хотят хайпануть, знаешь, тут, да. Просмотры, это все. И вот это фоткают, выкидывают всякие сети, где находится, и много лазят уже, знаешь. Есть просто, знаете, ребята, адекватные люди, кто просто пришел, ну, посмотрел, типа, да, прикольно, сфоткался даже. Ну, пускай даже видео снял, но если разобраться, ну, ничего ж плохого нету. Да. Но есть, смотрите, ребята, какие. Кто-то какому-то Юрию послание написал. Сказал, что Юра нехороший человек. Это было первое. Ничего больше не было. Юра. А потом кто-то еще понаписывал, да. Ну, мне кажется, вот это Игнатюк сам написал, чтобы, короче, хайпануть и больше просмотров собрать. Что, давайте еще внутрь заглянем. Вот такая вот, ребята, красотень тут, но
Я вам скажу, там холодно немножко. Давай уже, Виталик, распаливать какой-то костер, что-то готовить да, будем. Сыро очень, дождь вот. Идет, блин. Виталик такую я утку взял. Подстрелил вчера, да? Ну, вот она. Мясо красное, ты, как ты... дикое. Еще две у тебя тут плавают, да? Вот давайте, кстати, ну, ребят, да, подойду, покажу. Одну Виталик вчера подстрелил. А вон еще две плавают, смотрите. Пусть из штаба, а куда утки дикие денутся? Я вот планирую забрать их домой. Не, ну вода будет, она сразу подойдет. У тебя как у Резниченской утки дома жить будут. Она в квартире прям, понял? У меня маленький прудик, просто видишь, им просто не будешь есть. А они как дикие, но они выращены же в домашних условиях. И я потом их купил. Я понял. Хорошо, короче. Давай, Виталик, разжигай пока костер. Я схожу, ребятам покажу, как там помпа... Сегодня по мостик там да. Лазили, поломали уже. Я пойду покажу, короче, как там помпа качает все. Ага. Ох ты шо, какие ступеньки гарни. Главное, ноги не поломать. Смотрите, ребят, какой мостик. Очень красиво со стороны выглядит. Идемте сейчас с этими кустами доберемся и покажу вам. И покажу вам, ребята, как помпа и куда перекачивает пруд. Блин, шумит эта штука, короче. Вон, смотрю, уже брызги летят. Смотрите, как отсюда все красиво выглядело. Вон такая беседка, вон Игнатюк там что-то роется под домиком своим. И когда тут полно воды было, была вообще, наверное, красотища. Вот такая, ребята, чудо-машина. Отойду немножко, потому что громко работает. В общем, один шланг. Ну, я понял, думаю, вы поняли конструкцию. Выкачивает воду оттуда. И вот этот шланг. Кто-то, кстати, пробил его уже. Небольшие потери идут. И куда же он ведет? А ведет он в болото. Здесь вот есть болото. И Виталик вот этот пруд перекачает туда. Ну и потом, когда он там подкачается, еще пару часов подспустит, мы неводом выловим рыбу. Для того, чтобы просто браконьеры сюда не пришли и ну, не убили все электроудочками. Виталик сказал, потом эту рыбу перевезем в какой-то частный став. В общем, ребята, прошло ни много ни мало времени. Костер уже не то, что разгорелся, он прогорел. Уже практически на углях стоит такой красивый, как будто узбекский казан. В общем, Виталик закинул уточку туда. Смотрите, как маслецо кипит уже красиво. Виталик, расскажи что-то нам, что такая красивая красная утка? Потому что выросла натуральной среде. То есть ты сам ее тут вырастил, получается? Ну, да. Она натуральной пищей и какой-то питалась? Она получилась как вот дикое красное мясо, все натурально. Она себе ела жабки всякие тут, червяки, улитки. И потому натуральное мясо, а не белое. В общем. Как на комбикорме. Оно еще все сырое, ребята, но уже выглядит очень аппетитно. Уже хочется какой-то кусочек, а может даже и два съесть. Но, короче, ладно, пускай пока готовится. Смотрите, кстати, вот прошло уже сколько времени. Я не помню, или я снимал так близко, но смотрите, сколько уже воды выкачало. Прошло, в принципе, на самом деле, ну, часа два, наверное, уже. Я думаю, сейчас еще немножечко спустится, и можно будет вот этим волоком или неводом, как оно правильно называется, пройтись вот тут. Я так понимаю, до конца мы сегодня не спустим, но как бы насколько получится, настолько спустим, и волоком это все затянем. Смотрите, кстати, дождь пошел. И отвезем это все дело, рыбу, точнее, в частный став. Вот, ребята, грибочки, которые в начале ролика мы брали, сейчас вот так сюда порежем. Виталик сказал, забыл морковку, забыл лучок взять. Но я думаю, с грибочками тоже будет достаточно вкусно. Мне кажется, их можно просто руками ломать. Это даже проще будет, чем резать. Нет, ты его так бери, так, вот так. Как? Смотри, так, щелк, 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 щелк. А, вот так, типа? Да, да, да. И будет быстрее и удобнее. Блин, такие большие куски, короче, у меня там. Да они еще страшно. Но они сейчас стушатся, да. И, короче, превратятся прям такие мелкие-мелкие. Ну и что? Осталось немножко помешать это все дело. Да, хорошенько перемешивай. О, вкуснятина, что там надо еще? Все натуральное, грибы натуральные. Ну, грибы, в принципе, они практически всегда натуральные. Утка натуральнее, чем домашняя. Ребята пришли в мой огород проверять урожай. Ну, здесь были помидорки, даже вот лесник подвязал их. А здесь у меня был лук зеленый. Сейчас мы посмотрим, может, есть он, вырос. Вау, есть! Сейчас туда до крыши, прикинь. Есть еще один лучок. О, это серьезная вот морковка. Это урожай. Вот это морковка. Можешь в камеру так показать ее? Смотри. Смотрите, ребята. Я думаю, не надо над ней издеваться. Виталик, оставь ее, серьезно. Не издевайся над ней. Наша трапеза готова. Вилки нету, я себе такие палки взял для того, чтобы грибочки можно было попробовать. Пробуем грибочки. Вкусные грибочки, ну. Да, грибы вкусные, вешенка, мне сразу понравились. Ну и уточка, конечно, мясо мягенькое такое. Кстати, да, надо до уточки еще добраться. А мясо? Оба тоже хочет, смотри, стоит, облизывается. Еще горячее, наверное, да, для него? Ну, а тут можно шею дать. Она все равно тут в перьях, попробуй ее обделай.
Пусть остынет, может, горячее уж нельзя собакам. Не, оно уже не очень горячее. Все, ребята, выключили уже вот эти помпы, которые качали. Я одел такие резиновые сапоги аж по самую, короче, шею. Куртку пока одел, здесь глубоко ж не будет, да, по идее? Нет, главное, чтобы это сейчас ил не засосал. Я куртку вот эту не намочу, не? Ну, не знаю даже. А, то есть, может быть, реально вот настолько глубоко. Не, ну там мы будем вытаскивать, ну, ладно, оно будет брызгать, может. Пока что буду, короче, в куртке, потому что на улице прохладненько, а потом посмотрим, если что, придется будет скинуть. Да. Кстати, так... это, если бы ты сейчас, ну, мы сейчас с тобой не вытянули эту рыбу, то зимой бы под льдом, да, оно бы тут все. Да, видишь, как мелко, там уже глубина небольшая. Я думал с каким-то тем снарядом или трактора еще в ту сторону загнать. Ну, уже как много разведало, много лазят, уже знаешь. Да, смысл делать для кого-то, да, чтобы кто-то, да, пришел, потом это, испортил это нужно, и написал, что Юра, короче, плохой человек. Это нужно брать в аренду, там охрана, как, ну, всех, чтобы, ну, была рыба там, а так здесь в лесу уже нифига не будет. Все, ребята, мы уже распутали вот этот невод, стали на воду. Вот это расстояние прошлись, там как бы нет смысла особо затягивать, потому что там мелко, да, Виталик? Да, якоря. Да, а сейчас просто вот так идем. Да, главное, да, чтобы не зацепить. Я смотрю, это другой невод, тогда у нас такой с палками был, а сейчас вот какая-то такая конструкция. Можно и привязать просто. Вот это, короче, конструкция, как она работает, мне не до конца знакома, но Виталик сказал брать вот тут и тянуть. О, смотрите, как ушел. Так, я надеюсь, сегодня никто у нас не упадет и не утонет. Опа! Опа! Опа-па! А было бы глубже, черпанул бы уже. Ого, Виталик опять ушел. У меня еще лайтовая сторона пока что. Я надеюсь, я сейчас как Виталик не пойду под воду. Мне главное не подходить до края. И что, грузики, получается, по дну ползут. И оно сейчас, да, вся рыба, что есть. Ну, не вся, но почти вся затянется. Ой, я уже слышу вибрации какие-то в руку, уже что-то есть там точно. Вот так, веревка под натяжкой, ребята, и малейшее какое-то там неплавное движение, и уже чувствуется в руку, как рыба дергается. А что, большие карпы тут могут быть? Ну да, хорошенькие. Не, ну какие там? Килограмм по 10? Нет, таких нет. Тоже в руку чувствуешь? Уже там 100% должна рыбешка сидеть, ребята. О! Я надеюсь, я сейчас в какую-то резкую ямку, ребята, не вступлю. Все, утки, короче, в угол забились. Оп-оп-оп, полетело. Все, бросай. А, это не смогла. О, что-то есть. Первые карпики маленькие. С малька, видно, выросли. Есть. Ого! Мало, блин, вообще! Хе-хе. Это карп, да? Да. Зеркальный или как он называется? Смотри, какой здоровый. Браконьеры все выбили электроудочком. Реально, я думал, больше будет. Да я тоже думал. Смотри, какой малек. Захват первый. Какие уроды. Обычно же за первый больше всего, да? Конечно. Может, мы тянули еще плохо? Да, может, мы еще плохо тянули. Да. Я запускал на ладошку. Выросли. Честно говоря, Виталик, если ты, ну, больших реально нету, уже выбили все, то я, честно, не особо вижу смысла вот это все уже в другой став где-то перебрасывать. Такую рыбу вообще, как бы, ну, выпускать надо. Кого? Карпика? Ну да. То пусть, его тут-то выпьют. Я же это забираю и туда запущу лучше. Знакомому в частный пруд. А здесь зачем? Кому? Опять что, тогда вычищаем и еще раз пройдемся, да, давай. Все, ребята, идем второй заход. Вон утки уже в эту сторону от нас прячутся. Сейчас опять будут невод перепрыгивать. Боба в ожидании. Где же рыба? Где рыба, Боба? В общем, Виталий говорит, что запускал сюда, что ты, 50 карпиков запускал. Белого амура. Что еще? 30 белого амура и там 5 толстолобов. 5 толстолобов, 30 белого амура. Если разобраться, ребят, ну пусть что-то не прижилось, что-то умерло. Что-то, может, случайно кто-то поймал. Ты же сам не ловил тут? Пару карпиков. Да, пару карпиков, наверное, все 50 выловил. Ну, короче, реально, ребят, походу уже браконьеры какие-то выбили тут, либо просто какие-то плохие люди выловили. Ну, сейчас второй раз затянем и посмотрим, что там у нас будет. Да я, Виталик, вообще тычков в руку таких, знаешь, не чувствую вот этих. Может быть, и правда, вот те два карпика, это все, что тут осталось. Ну, было бы, конечно, обидно. Я просто, ну, сперва не знал,
Что тут много должно быть. Я думал, там Виталик... Да, хорошее, хорошее. Я теперь понял, что реально должно таких штук 50 должно быть минимум. И вот если бы у меня пропало 50 таких карпиков, я бы, наверное, тоже расстроился. Все, утки опять в потерях такие. Что происходит, ребята? Мы на такое не подписывались. О! В этот раз посмотрим. О, иди уже. Или то карман там еще. О, белый амурчик есть. Давай вытаскиваем, чтобы эти коряги не зацепить. О, чуть-чуть зацепили коряг. Так. Давай еще немножко. А. О, в этот раз улов чуть-чуть побольше. Да, может и не все выбили, просто мы, может, первый раз плохо как-то затянули. Да, уже видно, что есть рыба, ребята, смотрите. Ну, уже хоть видно, что ты что-то запускал сюда, а не набрал. Окунек сам завелся. А как он сам мог завестись? Да все равно слабо. Птицы принесли от икры. Так, где наша кастрюля? О! Ребята, вот такой вот. А был, сейчас убежит. Наш улов. Это что, это амура, да, ты бросил? Ага. Вот. Да, блин, все равно слабо. Но в этот раз захватили амура. Одного карпика только. А нет, два. Слушай, чуть-чуть. Ну намного лучше. Чуть поменьше. Ну не все выбили. А ты сколько толстолоба бросал сюда? Немного, штук 5. О, еще один карпик. Ой-ой-ой. Так, давайте помогу Виталику чуть-чуть. Окуня тоже забираем, да? Смотри, завелся и уже такой не маленький. Да. Так для окуня, в принципе, неплохо, ребят. О! Так вот. Толстолоб. Все, смотрите, какое здоровое ведро уже целое рыбы. Не, второй раз вообще не сравнится с первым. Ну конечно. Чуть-чуть осталось. Что карпа мало, ловили, видно. Да да, если ты говоришь, что знали про место, знают ли, что ты рыбу куча, запускал. 100% сюда куча, регулярно кто-то приезжал. Я снимал, понятно, что многие. Разведали, приходили, ловили. А кто первый? Это грибники, наверное, да, нашли? Ну да, понятно, что тут что-то лазит. Бомбили. Этого малька я выпускаю или не? А? Ну, да, пускай себе живет, может, будет что-то. Может, доживет, хотя затянет, если зимой льдом, то я не знаю, что уже тут останется, конечно. Все, ребята, два раза протянули, второй раз с первым вообще не сравнится, намного круче. В общем, сейчас еще пару раз пройдемся и все это дело повезем твоему корешу. Частный став. Да. Вот таких мелких, наверное, оставим тут, я думаю, потому что. Да, трохи будет. Да, пусть лежит, что-то будет. Выживет. Просто если зимой лед будет толстый, он тут задохнется. Да. В общем, сейчас, ребята, еще раз пару раз протянем. Честно, очень неудобно это все дело снимать, работать. Сейчас уже темно будет. Да. Смотрите, он уже сколько времени. 3. Сейчас через час уже темно будет. Короче, все. На этом видео заканчивается. Всем, кто смотрел, можете поставить лайк. Подписывайтесь на канал. Кстати. Залетайте к Виталику на канал, смотрите, как он все вот это дело строил своими руками. Покажи вот эти честные руки, которыми строил. Ничего не крал. А пришли сюда вандалы, короче, и начали разрушать, выбивать рыбу. Но еще, слава богу, всю не выбили. В общем, все, пацаны, знаете, что делать. Лайк поставили, подписались. Ну, а мы полетели дальше.